Tiber, thank you very much. Welcome to our concert. This was a melody called 5/8. It's not a special name, but we play another tune for you, an Armenian folk song called Ambela, and it's about rain. Thank you.
Thank you.
Kraft, the flute, and Franz Helmiger on guitar. For the next piece, thank you. For the next piece is called Mountain Dance, and we need some clappers. Where are Alexandra, Svetlana, Asia? They didn't know about this. Thank you.
that you've seen before, the clapping ones, they can do more than clapping. So I want to welcome them on stage again, please. They run away. Is an Armenian folk song again. It's called Mertan Itev, which means beyond the house. I tried to find out about the meaning of the words, and I took lessons when I was in New York. I took lessons with the amazing singer Datevik, and I asked her about the words, and she said it's very old Armenian language, and she didn't really know as well. So I'm sorry, I just know that it means beyond the house. And we are still waiting for all of our beautiful string ladies and gentlemen. Mertan Itev.
Здравствуйте. Я хочу вам представить еще раз наш коллектив. Бас-гитара Беат Гислер. На перкуссии у нас Давид Сагамонянц. На барабанах у нас Андреас Пругер. Женя Лебедев. Наш квартет Ася Абдурахманова. Светлана Рамазанова, скрипка. Илья Алки. Саша Рамазанова, чело. Следующая вещь у нас будет сыграна на китайском народном инструменте. Вот, называется «Feather on the Wind». Thank you.
Следующая вещь у нас называется «True Nights and Hopes». После нее мы сделаем небольшой перерыв. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Do you say it right? Спасибо. 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 I practiced this word, but this word is very difficult for me. I don't know why. It's not so hard, but last year we were here in this place, and this year we are extended with the strings. The strings and new people, and it's so beautiful. It's so beautiful to be on stage with all these amazing musicians. The next song is called Daylight. Thank you.
Света Рамазанова, вторая скрипка. Илья Чхаидзе, альт. И Саша Рамазанова на виолончели. На фортепиано у нас Евгений Лебедев. На гитаре Франц Хельмюллер. Беат Кислер, бас-гитара. Давид Сагамонянц, перкуссия. Андреас Крюгер, ударный. И вот хочу особо представить Вероника Сталдер. Собрались тут, между прочим, у кого возникнет желание, может купить наш диск у официанта. Еще хотелось бы поблагодарить всех наших друзей, которые нам помогли, то, что мы сейчас стоим на этой сцене. Их очень много, и они нам помогли, просто я не знаю, как это слова выразить. Их так много, что даже всех не перечислить, придется продлить концерт, но мы это, к сожалению, сделать не можем, поскольку надо бежать на поезд в Санкт-Петербург. Мы уже на него опаздываем, но
все-таки надо сыграть еще одну вещь под конец. Но все-таки надо поблагодарить клуб Козлова за то, что мы тут сейчас стоим, играем. И спасибо, Андрей, за звук. Все замечательно. Супер. И большое спасибо Райку, что нам действительно очень помогли. Спасибо. Ну, приятного музыкального аппетита на последнюю вещь прямо, и надеюсь, еще увидимся скоро.